Покажу, как работает программа BerryBox. Вот она. Запускаем. В главном окне можно драг-н-дропом забрасывать картинки. Например, вот так. Я подготовил несколько изображений с интернета, готовых обложек. В данном случае сразу накладывается тема Clear Case. Это стеклянный бокс. Нажимаем сохранить. И в место, откуда была брошена картинка, создается иконка маковская с форматом ICNS. Файл с таким же названием. Посмотрим внимательней. Если вот так вот посмотреть, то видно, названия одинаковые, плюс добавляется название темы. Можем попробовать в другой теме еще сохранить. Получим тоже еще одну картинку с другой темой. Возьмем пустую папку, закинем картинки этим. Вот. Забросим еще одну картинку, другую. Сделаем, например, книгу из нее. Сделаем книгу. Забросим тестовую папку. Забросим обложку для PlayStation 3. Сделаем обложку. Забросим диск. Обложку диска. И сделаем диск. Один. И второй. Для фильма и для игры. Также забросим обложку для PlayStation. Для Xbox 360. И сделаем зеленый кейс. Сохраним, перекинем. Также у нас тут есть несколько вариаций с музыкой и с клипами обложек. К примеру, берем Риану и делаем музыкальный диск стеклянный. Также можем сделать клип. Возьмем какой-нибудь кадр. Например, вот такой. Сделаем клип. Забросим другой кадр, сделаем иной клип и третий. Попробуем еще сделать, например, наклейку Post-it. Для айфона. Некий пэк, это как экран от iPad. И стек, полочка стеклянная. Сделаем, например, вот так. Забросим. Также тут есть PlayStation 4, например. Еще есть PC Game. Вот такой еще есть бокс. Тут есть опции записывать на десктоп или в ту же папку и сохранять как ICNS иконку или как PNG картинку. Пока эти опции не работают, пока я под них только разметил панель. Так, смотрим, что мы сделали. Иконки получаются красивые, очень быстро. Можно делать отличные каталоги музыки, игр, фильмов, книг, чего угодно. Возьмем пустую папку тест, вернее не пустую, а без иконки, стандартной иконкой. И добавим ей, например, иконку от игры. Мы видим, что папка стала с иконкой. Естественно, можем поменять на другую. Вот такая простая программка делает иконки.